Сейчас я буду делать то, что вы не должны повторять ни в коем случае никогда в жизни. Я объездил 4 веломагазина, нигде, блядь, нет сраного сингл-спида. Да заткнитесь, соки! Что, на последней передаче? Походу, да иди нахуй. Сука, я тебя запомню. Бип-бип! Чё не едем? Я не знаю, что за пиздец тут происходит. Так, если я буду ехать по этой полосе, то явно расстреляю все машины камнями. У меня, правда, не хватает сил подумать, хорошо ли это или плохо. На всякий случай сверну. Так вот, я не так часто выезжаю за пределы своей клумбы, ну, в смысле садового кольца. И, к сожалению, не могу вам объяснить, кто все эти люди, зачем они здесь, куда они едут. Почему они стоят, причем в обе стороны. Здесь раз, два, три, четыре, пять. И там тоже, наверное, столько же полос. Что у нас, Варшавка? Причем я ехал туда, назад. Там то же самое было. Тогда. Это не час пик нифига. И вообще не будний день. Сегодня выходной. Что-то сломалось? Или это тормоза у кого-то такие? Дисковые, наверное. Ага, поняли юмор, да? А, блядь, ебаный ты гонщик. А ты что, стоишь-то? Блядь, ну у вас тут и мудаков. В принципе, мне нравится, я органично вписываюсь. Вы кто все, дачники? Если вы все дачники, то кто вон там слева, на встречке? Так, я опять всего лишь в третьем ряду, и этого мало. Всем на трешку, ну удачи. Блять, там и на трешке никто не едет. Может покататься, а? Мозги скрипят. Не знаю, давайте не сегодня.
Так вот, ребят, охуительная история на сегодня. Я укоротил себе цепь, а то она что-то совсем растянулась, и дропаутов уже стало не хватать. Странная какая-то фигня, ну давай есть. Блять. Так, ну и нахуй я сюда запрыгнул, а? А было вперед смотреть. О чем-то я? Цепь, да, цепь. И поставил замок. А замок у меня был только со старой цепи. Со стелса. Ну такой, знаете, сингл-спидовый. Вот, поставил его, выехал. И теперь чувствую, как примерно каждые три оборота педали происходит такой щелк. Возможно, потому что замок очень стертый, растянутый. Ой, блядь. Долбоёбы, сука. Ох, как прижались. Ох, я тоже сейчас кого-нибудь так прижал. Блядь, о чем это я? А, да, цепь. Ну, значит, наверное, этот замок растянутый. И каждый раз, когда вот он проходит то место, когда соскакивает с задней звезды, вот сверху находится, он издает такой шпунь, который не столько слышно, сколько чувствуется ногами. Но противно, я терпеть не могу такую хуету. Вот. Мне нравится, когда все в идеальном состоянии. Потому что всякая хуета, блин, скрипит, трещит. Это у меня признак. Для меня это признак неисправности. Я нервничать начинаю. Вот. Я объездил 4 веломагазина. Нигде, блядь, нет сраного сингл-спида. Да заткнитесь, соки! Нигде нет сраного сингл-спидового замка. Странно, это из-за него я такой нервный сегодня. Вот, а вообще сегодня прекрасный день, отличная погода, я наконец-то ощущаю себя как летом. Вот, мне даже жарко вот в этой вот фуфайке ебаной спортивной. Надо уже на майку переходить. Вот, все пахнет. В городе куча людей, гуляют с детишками. Велосипедистов тоже повылезало. Все тротуары оккупировали. Но сегодня я их не буду осуждать. Потому что день прожит пустую, если я не еду посреди Садового. Какие вы все красивые! Не могу отказать себе в удовольствии. Мне солнце светит прямо в ебальник, я надеюсь, вам там все хорошо видно. Вот. Чтобы вам не было обидно, мне видно примерно так же. Но все равно красиво. Какой-то машине дитё плачет. Заебалось стоять в пробке. Я его понимаю. А мог бы катиться Fixed Gear уже. Сколько ему там по голосу? Вот 4. Уже можно.
трехколесный велик, он же фиксит, да? Вот, считается. Ребята, кто вы? Откуда вы? Куда вы едете? Вот меня спрашивают без конца, нахера ты ездишь по дороге, когда рядом свободный тротуар? Ну, во-первых, он нихера не свободный. Тут пешеходы иногда шеренгой идут такой, а иногда самокаты виляют так, что не въебаться очень сложно. В итоге только больше нервов тратишь. Во-вторых, езда по тротуарам выглядит привлекательно только в коротких промежутках времени. В принципе, знаете что, я тут кое-что придумал. Надо вам показать настоящий экстрим. Вот это вот вся езда пробка в междуряде, это все полная хуета. Сейчас я вам, сейчас, подождите. Блин, кажется, у меня уже рожок сгорело. О, кстати, обратите внимание. И глаза, осень повернется летом, черные глаза. Извините, я хотел вам показать вот эту вот желтую полоску. Вот, на пешеходном переходе. Сейчас в Москве какая-то ебань появилась новая. Значит, они сначала эти желтые полоски на переходах красили, а теперь их все сдирают вместе с битумом. Очень интересно. И везде такое по всей Москве. Вот здесь полоска осталась почему-то. Свободный тротуар, да. Ну и тут, понимаете, еще какая штука. На дороге я не мог остановиться, потому что задавят. А здесь я не могу разогнаться, потому что въебусь. Итак, за все время я тут творил много разной опасной фигни, но сейчас я буду делать то, что вы не должны повторять ни в коем случае никогда в жизни. Я буду ездить по велодорожке на набережной парке Горького. Даже разметкой пытается тебя здесь убить. Просто выбери желаемый тип смерти. Можешь убраться в детенка на самокате, можешь роллера, можешь скейтера, можешь в электросамокатчика, можешь пьяного кавказского мальчика, который несет свою девушку в направлении Москвы-реки, чтобы по шутке ее утопить. Тормоза нельзя отпускать ни на секунду. Это вам не сраное междурядье, в котором ничего интересного произойти не может. Мальчик на шоссейнике совсем не едет. Вау. Вот, да.
В принципе, я не буду врать, что мне не нравится. Можно, конечно, включить режим старой бабки и начать кукарекать на всех, кто занимает велодорожку. Но, блин. Не хочу ломать кайф ни себе, ни людям, даже в шутку. А, кстати, вот еще такой вариант есть. Лыжи, которые едут благодаря колесам. Занимает место примерно как автомобиль по ширине. Встретились два идиота, бывает. Вообще на моем стелсе здесь было бы даже прикольнее, потому что у него вертикальная посадка и видно далеко. Вот, а здесь за чужими жопами ничего не видно. Господи, это все прокатные самокаты. Какое-то безумие. Моноколесник. Чё-то их как-то мало. Если вдруг кто-то включил с середины и не расслышал, не пытайтесь это повторить, пожалуйста, никогда. Это очень опасно. Ездить по велодорожке в набережной парке Горького. Ну, зато весело. Так, почему у меня камера смотрит направо? Так, вот до дома иду. Ух ты, это мальчик на 360-м. Это навигатор 360? Да. А? А
с какой целью просили? Да так. А? Да так, это эрудицию тренирую. Покупки не советую. Почему? Ну, не знаю, тяжелый. А мой тоже весит 12 килограмм и ничего. Ну тогда ладно. Отзывы о легендарном велосипеде неоднозначные. О чем это я? Господи, у меня уже глазами мельтешит. Так, ну все. Дальше велодорожка становится похожа на велодорожку, потому что пешеходы тут не особо ходят. Они вообще не любят вот эту часть набережной. Вот. Так что да, все. В принципе, если прислушаться, то можно услышать музыку, такт моего замка для цепи. Вот сейчас. Дынь. Дынь, дынь, слышите? Так, ну вы только посмотрите на это. А бескрайние поля, усеянные прокатными самокатами. А нет им числа. Черт подери. Ужасно. Это геноцид русского народа.